Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех из Киева. Комплекс Бабий Яр, мемориал жертвам фашизма. Здесь, в этом месте были убиты люди разных национальностей, культур, традиций, но большей частью именно еврейское население. Почти все евреи Киева были здесь расстреляны. Тысячи и тысячи людей. Страшное злодеяние нацизма. И знаете ли, друзья, вот в эти дни мы молимся за Израиль, молимся о возрожденном еврейском государстве и благословляем евреев, благословляем Израиль и молимся о том, чтобы действительно подобное это злодеяние не совершилось больше на нашей земле и чтобы действительно Бог благословил сегодня и Украину, и все страны бывшего Союза. Молимся и в апреле месяце, и в мае месяце планируется ряд мероприятий здесь, в Киеве, в частности, вот здесь, вот на Бабьем Яру, как раз возле Миноры. Верующие разные конфессии, деноминации, религии, традиции будут вместе участвовать в таком мероприятии, в молитве, в покаянии, примирении. Также будут гости из Германии, значит, чьи деды и отцы были, к сожалению, вот участниками вот подобных злодеяний. Потомки, которые ныне раскаиваются и примиряются и просят прощения от лица германской нации, немецкого народа. Слава Богу, это очень важно, потому что когда покаяние, действительно примирение, тогда есть жизнь, есть будущность. Слава Богу Всемогущему! Благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь.